Я практикую СНГ-71, заметила некоторые моменты. Так как я зарабатываю деньги тем, что предоставляю услуги по уборке квартир, формирую, как вы учите говорить правильно, происходят мелкие поломки чего-либо. Например, поломалась швабра или выдвигала ящики, и они разъехались, ну и так далее. Самая неприятная ситуация была, когда поставила стирку, она не смогла открыть, потом люк машинки, пришлось вызывать мастера. Хотя раньше таких моментов не возникало, прям сплошь и рядом. Скажите, может ли это быть движением энергии? Нет, это все ваши собирательные совпадения. То есть у вас не там шкафчик открыли, поломался, китайский шкафчик, машинку начали тянуть, не выключилась до конца, видно, вакуум остался, и машинка не разрешает. А это думающее оборудование, оно не разрешает вам открыть, потому что если бы вы, не дай бог, открыли, то вылилось бы много воды. У меня такое было когда-то, кстати. И это все совпадение. На самом деле клеймить себя за это не нужно. Но я могу дать вам очень хороший совет, Оля Макарова. Вы научились подметать, научились стирать, убирать. Это очень хорошо. Как вы смотрите на то, чтобы организовывать поиск клиентов, которым необходима уборка, и создать клининговое агентство, которое бы предоставляло услуги по мойке окон, или мойке там посуды, или мойке еще чего-то. А вы бы находили девочек через интернет, или там своих подружек бы обзванивали, и договаривались бы, брали деньги за эту работу, они бы это все убирали, а вы бы контролировали процессы, как логист поедет туда, доехали, не доехали, там заказали такси и так далее. Могли бы быть как руководители этого всего. Зачем уже убирать? У вас уже есть первая ступень. Нужно быть в голове, а не в ногах. Анжелина Волобуева. Я перед карантином взяла кредит в образование в школе Speak Up. А, это школа английского языка. Через пару дней все закрыли, я осталась без денег. Но в кредите взяла, проплатила через монобанк в рассрочку. Вышла с карантина, деньги возвращать не захотели. Ну, правильно. Так как 2 месяца прошло времени, обучаться не было. Так как начала усердно работать, закрывать кредит, переписала на мужа обучение, он попросил заморозить, они отказываются, он кричит на меня, я не знаю, как выйти с истории, нанимать юриста, и с ловушки кредитной не могу выйти, и так целый год. Для того, чтобы выйти с кредитной ловушки, необходимо ограничить себя в питании, в проживании, еще в чем-то, начинать отдавать деньги по возможности, отдавать и выплачивать кредит, и это не важно, получили вы образование Speak Up или нет. Если рассматривать ситуацию, то вам в самом начале не нужно было изучение английского языка. Вы попались на прекрасную организованную рекламу, скорее всего, после чего взяли кредит, то есть вторая ошибка, вы не рассчитывали на собственные силы. Третья ваша ошибка, вы решили, что можно переложить свою проблему на проблему мужа, а отвечать за свои поступки необходимо самостоятельно, и ваш муж именно поэтому и вредничает, потому что это вновь, наверное, необдуманный шаг. Почему же вы, когда брали кредит, не обобщали или не общались с вашим супругом? Нужно же было это обсудить, у вас же совместные деньги, совместная семья. Нужно было сказать, что, любимый, можно мы возьмем Speak Up, я буду обучаться. И потом, если бы не получилось, вы бы сказали, ну, я не получила обучение, сейчас кредит отдаю, давай ты будешь отдавать. Он бы сказал, ну, конечно, мы решение принимали и так далее. То есть, немножечко, что вы хотите от меня, чтобы что? Вы взяли кредит, отдайте кредит. Причем тут юристы, кто-то должен сейчас договориться, чтобы вы не отдали кредит этот, я не могу вас понять. Не можете отдавать, сжигайте на свече, это эзотерическая практика.